Привет. Начинаем 8-часовой эфирчик. Надеюсь, что вы подготовили ваши вопросы. С удовольствием с вами пообщаюсь. Давайте. Это в рамках проекта «Корректура». Так. В рамках проекта «Корректура» можете задать массу вопросов, любых, каких хотите. Вот. А я вам скажу, у меня какая сегодня новость. Сейчас, значит, в Иваново проходит СМ-семинар главного тренера сборной России по, значит, ММА Акапшая Геннадия Павловича. Вчера я был на первом занятии этого семинара. Мне понравилось, очень все конструктивно, очень технично. Некоторые посмотрел, значит, упражнения, которые сам использовать буду в подготовке своих ребят, кого тренирую. Мне вообще понравилось. Отработал по полной программе. Нравится то, что, занимаясь среди молодых, у меня более чем достаточно функционалки. Некоторые молодые уже не могут даже, а у меня нормально. В общем, могу пахать и пахать. А сегодня в 11 часов в рамках этого семинара у меня будет мастер-класс, лекция по профилактике травматизма кулаков, голени, по постановке удара. В том числе будет эти аспекты будут освещаться при работе на макеваре. К сожалению, у меня нет оператора. Попрошу ребят там кое-что там записать. Кто на телефон, может, что запишет, кто на камеру. Если потом удастся это все удачно так скомпилировать, то появится еще и интересный видеоматериал на моем канале на YouTube по этому мастер-классу, который я буду проводить. Вот так вот. А еще в ближайшее время планируется семинар в Нижнем Новгороде, тоже по ММА. И тоже там будут освещены подобные аспекты. Вот так вот, друзья. Вот так вот. Не знаю, тема, которую будут затрагивать сегодня, там она такая глобальная, что осветить ее коротко очень трудно. К тому же, я думаю, что будет масса вопросов, потому что ребята, зная о выступлении моем, вопросы готовили специально заранее и обещали просто шквал вопросов, поэтому должно быть интересно на самом деле, да. А вообще, концепция такова, что после моих докладов на круглом столе, значит, на отчетной конференции Союза, значит, ММА России, очень сильно заинтересовались вот этими вопросами как раз о подготовке, ударки, макевары.